О красивых волосах мечтают все, это факт. Их приятно трогать, они блестят и струятся. Сегодня поговорим о процедуре, которая всему этому способствует – мезотерапия. Вы знаете, хочу, потому что волосы очень страдают от воздействия феном, разными утюжками. Не пробовала. Надо? Чтобы совсем плохо? Мне кажется, прям очень хорошо. Нет. Мезотерапия – это метод, при котором в волосистую часть кожи головы с помощью инъекций вводятся различные препараты, которые способствуют усилению роста волос. Гиалуроновая кислота, соответственно, она увлажнит кожу головы. Аминокислотный витаминный комплекс. Около 54 активных ингредиентов, включая микроэлементы. Он имеет такой характерный розовый цвет за счет содержания витаминов группы В. Витамины группы В как раз и участвуют в синтезе новых волос. А вообще показания – это выпадение волос, сиборе, сухость кожи головы, тусклость и неактивные луковицы. Вот срок годности, соответственно, все закрыто. Мы вскрываем. А еще процедура показана женщинам в послеродовой период, когда луковицы на голове неактивны и их срочно нужно укреплять. А чем вы мне там помочились? Это хлоргексидином, мы протираем кожу. Ай, вы уже что ли начали? Да. Я буду бережна. Первый же укол оказался очень чувствительным. Может, конечно, больше неожиданным, но мне было больно. Зависит от мастера. Нужно находить мастера себе, который тебе подходит, и тогда не будет больно. За счет того, что в состав коктейля входит гиалуроновая кислота, слишком болезненных ощущений как таковых не чувствуется, только сам укол. А вот если колоть в кожу чистые витамины с кислотным pH, поверьте, будет реально больно. Нет, это ужасно больно, говорят, я не пробовала. А сейчас у меня должно что-то после введения щипать? Ничего не будет, ничего щипать, все очень комфортно. Ну, ощущение, что вы как будто не прокалываете, а вот так дотрагиваетесь только. Потому что очень тонкая и острая игла. Кстати, некоторые знаменитости по совету косметологов вместе с курсом мезотерапии проходят еще и курс плазмотерапии, когда вместе с витаминами и аминокислотами в кожу вводится еще и тромбоцитарная аутоплазма. Не пугайтесь, это всего лишь ваша кровь, насыщенная кислородом. У кого-то они выпадают, у кого-то они секутся, кто-то просто подстригся и хочет их отрастить. Так вот, мезотерапия как раз решает эти проблемы. Для достижения желаемого эффекта, а эффект, говорят, будет в любом случае у любого клиента, нужно пройти курс из 6-10 процедур с периодичностью 1-2 недели. Скажу так, после одной процедуры эффекта не будет, разве что небольшой блеск. Короче, я советую. После волосяной экзекуции желательно сутки не мыть голову, так как на поверхности остается препарат, который будет благотворно влиять на кожу головы. После никаких ограничений. Я вообще даже не ухаживаю особо. Я покупаю обычные в супермаркете шампуни японские. Кстати, еще один лайфхак. Если хотите улучшить эффект от процедуры, пройдите перед мезотерапией процедуру Дрсанваль. Этот аппарат разогреет, очистит и подготовит вашу кожу. Ну, волосы не испачкались. Как говорит оператор, они как будто стали в эту же секунду лучше и красивее. А оператор мужчина, я мужчинам доверяю. Кстати, о мужчинах. Для них мезотерапия полезна как процедура, предотвращающая облысение. Механизм андрогенетической алопеции заключается в том, что не повышенный уровень тестостерона у мужчин, да, как многие думают, а именно повышенная чувствительность рецепторов в волосяном фолликуле к свободной форме тестостерона. В общем, вы понимаете, да, что лысеющие мужчины, которые прикрываются своей повышенной любовной активностью, немного лукавят, но пусть это будет их маленький секрет. Ну а мы будем радоваться природной красоте, а потом снова увидимся на процедурах.